Тротуар на улице Гоголя – одна из оживленных прогулочных зон. Однако старое покрытие пришло в негодность. Было принято решение провести капитальный ремонт тротуара. Сейчас здесь работает сразу две бригады предприятия «Ремстрой». Рабочие вывезли больше 20 тонн бетона, которым был залит старый тротуар. Уже установлено почти 500 поребриков. Подняты над землей 26 канализационных люков. Полным ходом идет укладка новой гранитной тротуарной плитки, общий объем которой составит 512 квадратных метров. Тротуар новый – это классно вообще. А то тут все были такие горки и пригорки волнистые. Тротуар новый – очень здорово. Продолжаются работы на улице Ленина. Совсем недавно здесь пилили старые аварийные деревья. Сейчас коммунальщики подготавливают основу для посадки новых саженцев. Старые деревья были ликвидированы, потому что они жили уже свой срок. Практически это уже были не деревья, а сухостой, который в любой момент от ветра мог повалиться. Для того, чтобы деревья стояли красиво, сделаны сейчас приствольные круги. Потом эти круги, квадраты будут высажены непосредственно уже деревья в количестве 16 штук. Работают здесь две бригады, работа будет продолжаться и сегодня, и завтра. Полностью завершить работы коммунальщики планируют уже к концу этого месяца.